домой, уберем этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, Анархия! Мама, стакан портвей нам! Мама, Анархия! Мама, стакан портвей нам! Все небольшого роста, хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, Анархия, мама, стакан портвей нам, мама, Анархия, мама, стакан портвей нам. Шутку сыграли с солдатом ребята, рассказали красным и черным, научили ругаться матом.